Ребят, всем привет! Мы с вами на канале «Недвижимость Байкала». Меня зовут Викулов Денис. Мы сейчас в поселке Аршан. И сегодня мы с вами прогуляемся до пика Улябор. Бурятно называют Улябор. Хотите увидеть эти шикарные места? Чистейшие озера, красивейшие горы. Смотрите видео до конца. Я расскажу как. Идем, медленно набираю высоту, все остальные пока где-то отстали. План такой: дойти до озера, кинуть рюкзак и кости, забить место под палатку и вернуться за семьей, затащить их. Это поселок Аршан, 15 километров от трассы и вот до подножия горы можно прокатиться на УАЗике, взяв его вместе с водителем прямо в поселке Аршан. Ниже скину вам номер телефона. Очень удобная штука. А вчера ночью выпал свежий снег. Ой, ребята, вам не передать запах этот. Эти пихты, кедры. Короче, наверх забежал за 1 час 28 минут. Посмотрите, какая красота. Всем привет! Идет второй день нашего пешего похода. Мы лагерь оставили возле озера в соседнем цирке, а сейчас поднимаемся на пик Улябор. Вот у нас сейчас с нами лев. Сейчас он просто лев. Но стоит ему подняться наверх, высота 2400, он будет горным львом. Они все идут, молодцы. Еще во льду. Люба, помаши рукой. Ваня, Семен,
озера, где мы стояли. Смотрите, ребят, какая красота. Ворота, сквозь которые дуют. А это все Тункинская долина. Напротив, кстати, снежные вершины, это конец хребта Хмар-Дабан. С бурятского большой хребет, по-моему, да? Ну что, ребят, все, мы все наверху. Пикулябор, высота 2400. Это вам не Красная Поляна, это выше. Всем привет! Пришло время подвести итог нашему трехдневному походу. Поднялись в итоге на пик Улябор, высота 2400 метров. Наш лев смог это сделать. Это было первое восхождение в его жизни. Мне все очень понравилось. Было на самом деле классно, шикарное озеро. Сегодня я с утра искупался в нем. Озеро называется Серебряное. Вода исключительно прозрачная, ледяная. А как добраться сюда? От города Иркутск 225 километров на машине по хорошей асфальтированной дороге. Доезжаешь до поселка Аршан. Там мы арендовали домик 600 рублей с человека за ночь. Ну, так себе условия, но тем не менее переночевали. Утром заказали УАЗик бортовой. На бортовом УАЗике 15 километров вдоль хребта Саян по бездорожью за 5000 рублей. Виктор нас удачно каким-то чудесным образом просто закинул. И все, нас выкинули практически к подножию горы. И здесь мы за час 28 я добежал до озера Серебряное. Там мы оставили свой базовый лагерь, поставили. И оттуда уже забежали на пик Улябор. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Путешествуйте как можно дольше и как можно дальше. Оно того стоит. Всем пока.